Добрый вечер, друзья. Начинаем наш традиционный вечерний лайв. Сейчас разберем с вами несколько очень интересных моментов. Сейчас, две секунды, я хочу кое в чем тут убедиться. Так, на Фейсбуке мы есть, на Ютубе мы тоже есть, и уже ваши лайки пошли. Давайте еще репосты, друзья, и давайте подписку подтянем. Сейчас... Я от идеи не отказался, от которой мы с вами обсуждали, что по поводу того сделать какой-то мотивировочный розыгрыш каких-то небольших призов. Ну вот сейчас в процессе думаем, что это может быть. Я думаю, что сейчас через неделю начнется сентябрь, будет у нас, как обычно, рост просмотров, люди с каникул вернутся, и тогда мы что-нибудь такое интересненькое с вами придумаем. Итак, друзья, поехали. Давайте сначала несколько небольших новостей, но очень важных, тем не менее. А потом поговорим по поводу, что произошло с Дугиным. Потому что на самом деле это интересная ситуация, и она не такая простая, как может показаться кому-то на первый взгляд. Сначала. Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин... В личных их беседах заявил ему, что это еще было раньше, что Украина и Беларусь не должны быть отдельными государствами, что они не имеют права быть в статусе независимого государства. Шольц прокомментировал то, что у Путина совершенно абсурдные идеи, и все это он выложил в комментариях к своему интервью в немецкой прессе. Здесь знаете, что интересно, что вообще эти слова Шольца, и, кстати, вспомните, что Макрон до этого тоже выкладывал переписку, телефонные разговоры с Путиным, публиковал их в публичном пространстве, это абсолютное какое-то беспрецедентное нарушение дипломатического этикета. Когда лидеры государства о чем-то говорят между собой, может быть, через 50 лет, особенно если второй умер, то можно опубликовать какие-то мемуары, рассказать, вот я тогда со Сталиным разговаривал, и он там сказал то-то и то-то. Путин пока жив. И вот такое вот странное на первый взгляд, что почему и Шольц рассказывает миру, о чем они с Путиным говорили в личных беседах, и Макрон выкладывает их телефонные переговоры. Конечно, Кремль это бесит страшно, потому что как бы одно дело один на один говорить какой-то бред, а другое дело, когда об этом узнает весь мир. Я думаю, это означает о том, что они, в общем-то, они видят в дальнейшую Россию без Путина, потому что, если так вот выложили разговоры с Путиным, понятно, что Путин второй раз уже с ними не будет какие-то серьезные вещи переговаривать. Значит, они говорят, что переговоров с Путиным больше никаких не будет важных. И, то есть они делают ставку на то, что такого человека в российской политике дальше не будет. Если будет Россия, конечно. И второй здесь интересный момент о том, что Путин заявляет, что не должно быть Украины и Беларуси как отдельных государств. Но тут вот как бы белорусам надо напрячься и подумать, а что такое, как это вообще? Мы же там мы союзное государство, но тут Лукашенко должен был бы напрячься. Хотя я думаю, что на самом деле Лукашенко это понимает лучше нас с вами. И более того, он понимает, что его спасла и его власть, его возможность дальше рулить Белоруссию и быть пока независимым государством спасла Украина. Как это ни парадоксально звучит. Потому что если бы Украина пала, как планировал Путин, то дальше вопрос только времени, через сколько дней было бы полностью взято под контроль Беларуси. Скорее всего, Лукашенко бы просто сместили. Потому что слишком он хитрожопый, слишком он такой, умеет вот так вот вилять. Путину такой не нужен. Он бы посадил туда какого-то дуболома своего, который бы «Да, есть, сделано». И все. И поэтому вот это, конечно, для бульбофюрера должна быть конкретное напряжение. Так, нам передают приветы из Испании, Бендеры, Каушаны, Польша, Турин, Днепр, Германия, Киев, Тернополь, Мальта, Одесса, Ташкент, Латвия, Стамбул, Англия, Казатин, Кишинев, Чикаго, Кропивницкий, Будапешт, Израиль, Рим, Париж, США, Финляндия, Калифорния, Италия. И сразу первый вопрос. Здравствуйте, Андрей. Как думаете, решат идиоты на массовую ракетную атаку Украины 23-24 на наши праздники? Знаете, вопрос сложный. Сейчас, если бы меня спросили, а что делать нам, я бы максимально предполагал, что это возможно. Но почему? Потому что, с этими людьми можно опасаться
абсолютно любой подлости и в праздник, в скопление людей, они как раз могут долбануть ракеты, и потом скажут, что это Киев сам сделал. Ну, как они обычно. Украинцы сами по себе выстрелили. Поэтому я бы опасался, но в то же время, если честно, я считаю, что нет, потому что, ну, это слишком, знаете, как бы сейчас, когда в мире как-то, ну, вроде вот стабилизироваться. То есть нет уже такого вот, как в первые месяцы, что да, надо больше оружия, больше. Как-то вот, ну, да, Америка продолжает выделять, там кто-то продолжает, но нет уже такого, что быстрее-быстрее уничтожат Россию. И, ну, вообще-то, знаете, вот я замечал, каждый раз, когда вот такое было затишье, что-то отчебучивала Россия, то вот то они там долбанули по вокзалу в Краматорске, то вот в Винницу прилетела там, поубивала кучу людей, убила эту девочку. То есть каждый раз после этого опять идет новая волна оружия в Украину. Поэтому я не удивлюсь, если они сделают эту глупость, потому что, ну вот, с первого дня этой войны все, что они делают, это просто череда глупостей. Ни один, ну, назовите мне какой-то один поступок, который был умный поступок России с 24 февраля. Я таких поступков не вижу, реально. То есть это глупость за глупостью. И поэтому я не удивлюсь, если это произойдет. Но, как бы, с точки зрения логики, даже хотя бы если у них есть чуть-чуть логики, то это делать нельзя. Поэтому лучше поберегитесь, лучше не идите на какие-то массовые мероприятия, держитесь дальше от зданий, где находится власть, то есть лучше на всякий случай перестраховаться. Так, друзья, едем дальше. По поводу встречи в формате «Рамштайн». Несколько таких встреч уже проходили на американской базе «Рамштайн», которая находится в Германии. И вот пришла информация, что будет такая новая встреча. Олег Жданов опубликовал ее, что «Рамштайн 5» состоится в конце августа, то есть вот буквально на днях. Но дело в том, что по просьбе Украины будет минимум информации об этой встрече. Дело в том, что Украина вообще на самом деле правильно делает, потому что еще несколько месяцев назад уже некоторые страны говорили, мы помогаем Украине, но мы не хотим, чтобы кто-то знал, как именно помогаем, что мы посылаем и так далее. Потому что они не хотят какой-то мести со стороны фюрера, чтобы там Путин как-то не что-то плохое не сделал для этих стран. Поэтому они как бы вот сейчас в Рамштайне опять там будет, на прошлой встрече, чтобы вы понимали, собирались более 50 стран. То есть это коалиция, которая больше, чем была в 40-е годы антигитлеровская коалиция. И опять вот мир сплотился против нового Гитлера, и да, там будут приняты опять какие-то решения, что-то, какое-то новое оружие, может быть, уже речь идет сейчас самолеты, ракеты для «Хаймарс», которые бьют на 300 и более километров. Скорее всего, будет обсуждаться это, скорее всего, это будет дано, но хотят минимизировать эту информацию, чтобы она не выплывала, и чтобы кому не надо, чтобы они об этом не знали. Насчет Дугина есть вариант, что она жива, а это раздули ФСБ перед судилищем Азова. Поговорим про все эти варианты. У меня для вас тут есть подробненький разбор всего, что там произошло. Так, друзья, по поводу парада в Киеве. Мы же знаем, что когда рашисты наступали на Украину, цель была Киев. Туда были брошены самые элитные десантники, ВДВ. То есть самые лучшие силы России были брошены туда. Они высаживались в Гостомеле, они вот двигались туда колоннами, танками. Вот это, помните, когда мы с вами в первый день войны обсуждали, там вы мне все время писали, Андрей, там колонна 100 километров растянулась в сторону. Да, были такие колонны, это правда. Громадные колонны танков, которые шли на Киев. Более того, потом выяснилось, что в одном офисе, там в здании спрятали русские военную форму парадную в Киеве. То есть они хотели туда, они до войны завезли ее, спрятали, чтобы потом, когда они туда войдут, чтобы они оделись в эту парадную форму и промаршировали по Крещатику, там, видимо, Путин должен был быть на трибуне. Тогда это не получилось, но все-таки, да, военная техника русская попала в Киев, она сегодня на Крещатике. Как бы это страшно не звучало, но звучит страшно, но выглядит не так страшно, как звучит. Давайте посмотрим наше первое видео. В этой колонне сожженных гробов, которые... Это гробы, потому что в каждом этом танке, в каждом этой установке там были раньше, были русские военные, которых сейчас нет. Которые где-то закопаны, где-то кто-то до сих пор в полях валяется. И вот эту всю технику привезли в Киев, чтобы показать, что не так страшен враг, как он себя пытается изображать. Но не хватает верховного главнокомандующего, который должен быть впереди этой колонны, лежать в самом красивом гробу, пока его там нет. Вот, ну, как бы, ладно.
В то же время Владимир Зеленский заявил о том, что, вы знаете, наверное, сейчас они хотят, рашисты, провести на днях судилище в Мариуполе, где там они поставили клетки, в том драмтеатре, который они разбомбили, где погибли сотни мирных людей, детей. Вот они сейчас в этом драмтеатре поставили железные клетки и как животных хотят туда загнать азовцев и устроить над ними показательное судилище. Так вот, Владимир Зеленский заявил, что если это произойдет, то Украина полностью окончательно откажется от идеи возможных переговоров с Россией. И здесь, кстати, очень будет интересно посмотреть. Так все-таки. Потому что Петушилин уже заявил, что произойдет несмотря ни на что. Но он-то кто? Он никто. То есть если Путин скажет нет, то хоть он там убьется в истерике, как бы его мнение никому не интересно. Поэтому вот будет очень интересно посмотреть. Если все-таки это не произойдет, значит, Путину очень нужны переговоры. Ну, если произойдет, значит, все-таки Путин еще по-прежнему живет в иллюзиях. Он еще считает, что он может победить, он может чего-то добиться. В общем-то, это будет такой маркер, который мы с вами будем разбирать через пару дней. То есть это может быть послезавтра, по-моему, на 24-е у них назначено это судилище. Вот посмотрим, произойдет оно или не произойдет. Появилась сегодня информация, посол Евросоюза в Украине заявил, что 8-й пакет санкций против России будет принят. Цитата. Все уже принятые санкции ЕС постоянно мониторятся. Осуществляется анализ их результативности на наличие каких-то лазеек или возможности их усовершенствования. Этот процесс продолжается повседневно. Я не могу дать вам каких-либо деталей по этому поводу, сообщить, когда и как это произойдет, но я уверен в том, что этого стоит ожидать. И это будет. Речь идет про 8-й пакет санкций. Так что будем ждать, это будет интересно. Там уже на самом деле... Что там такое может быть? Ну, газовое эмбарго, о котором давно уже говорят. В принципе, уже большинство, самые крупные покупатели газа уже объявили, что это последний год, когда они покупают российский газ. То есть сейчас закачивают в хранилище, и уже за период, пока они будут кормиться из этих хранилищ, то достроят терминалы СПГ, и которые будут принимать американский и катарский газ. Там останутся, может быть, какие-то единицы, и то уже... Тогда, наверное, уже никто нет. Молдова, наверное, будет последняя страна на европейском континенте, кто будет покупать российский газ. Непонятно как, но это очень хотят наши социалисты. Так что будем ждать этого нового пакета. И вот сегодня появилось сообщение Института изучения войны. Они говорят, что Российская Федерация не сможет захватить больше новые украинские территории в ближайшие месяцы. Армия РФ потеряла наступательный импульс и не сможет выделять достаточное количество ресурсов на его восстановление. Ну, украинские эксперты об этом говорят уже месяц, что у России не получается больше ничего захватывать. Да, может быть, еще какие-то поселки там на 2000 жителей, может быть, они что-то еще захватят. Но уже такие вот прямо вот что-то заметное. Все. По крайней мере, в ближайшие месяцы. А в дальнейшие месяцы, а что изменится? Откуда они возьмут силы, наступательный потенциал людей и так далее? Там массовое бегство с фронта. Не понимают россияне, для чего им, за что воевать. Так что, как бы, не совсем у них радужные перспективы. И еще, чтобы перед тем, как перейти к Дугину, давайте... Поговорим немножко про Крым. В Севастополе, столице Крыма, четвертый день, не столице Крыма, я оговорился, это где военная база находится, столица Симферополь. В Севастополе четвертый день подряд работает российское ПВО. Четыре дня подряд что-то туда прилетает. И вот что заявил этот гауляйтер Развожаев. Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. То есть какие-то объекты, неопознанные летающие объекты. Ну, неопознанные летающие объекты, вы знаете, что такое? Это НЛО, неопознанный летающий объект. НЛО летают над Крымом, и доблестные российские ПВО отчаянно с ними сражаются. Ну, там мы видели, что там какие-то дроны летают, и по ним стреляют из автоматов, из ружей, из пистолетов. Камнями кидают, палками, наверное. Но они все летают и летают. Это, конечно, очень интересно. Посмотрим, чем это все закончится. Куда оно прилетит. А пока прилетело по Антоновскому мосту. Дело в том, что россияне думали, что они его... Ну, он же, мы вам показывали видео, что он как сыр. Он весь в дырках. Но они думали, сейчас мы немножко, знаете, как асфальтиком замажем и будем по нему опять ездить. А сегодня ночью что-то туда прилетело, притом так хорошо прилетело, что, судя по всему, уже там асфальтиком не замажешь никак. То есть надо мазать, начинать с дна реки и вот до самого верха, тогда, может быть, что-то получится. Я вам сейчас поставлю видео. Ну, на этом видео фотография там снята. Там по фото ничего не понятно, но послушайте внимательно, о чем говорят эти люди. Смотрим.
Чтобы ты понимал, короче, только что звонила Настя мама, говорит, а она недалеко от Антоновского моста живет, понял, в Херсоне? Говорит, несколько минут назад, ну как, ну может минут 10 назад, короче, разъебашили тупо пополам, понял? Тупо пизда, ну моста уже нету, нахуй. Он, короче, разлетелся там тупо на щепки, там, короче, посередине моста. Ну тупо, ну, блядь, моста нету, понял? Он уже не соединен вообще нихуя, блядь, понял? Говорит, осколки, говорит, долетали аж до них, они, короче, там, ну, прям, ну как, там вот на съезде с моста, там есть такой поселок, Антоновка называется, они там живут. Говорит, осколки аж туда, ебать, долетали, ты прикинь. Вот так вот. Мне, кстати, вот я, пока вы смотрели, мне пришел вопрос, Андрей, что там с Николаевым? Вроде русские говорят, что они заняли Богородское, украинцы опровергают информацию. Ну, слушайте, в такой ситуации, вот задайте себе вопрос, обманывало ли вас когда-то официальные украинские СМИ, которые сообщают ситуацию на фронте? Я не помню ни одного такого случая за всю войну. И задайте себе вопрос, сказали хотя бы раз правду эти российские деятели? Когда такое было? Сколько раз они брали Мариуполь? То есть за 2 месяца до того, как они, как сами азовцы к ним вышли и сдались, они рапортовали где-то, ну, раз 8, что они взяли весь город, что там больше нету очагов сопротивления. И так каждый раз. Не надо на это вестись. Будет подтверждение от ВСУ, что да, населенный пункт сдан. Окей, тогда поверим, значит, его сдали, либо потому что не могли удержать, либо намеренно по стратегической карте, не знаю. Но пока нет такого подтверждения, я им просто не могу верить, потому что, ну, я не могу вспомнить, когда они говорили правду, вот просто, поэтому не могу. Давайте поговорим по поводу Дугина. Значит, давайте сначала начнем с того, кто такой Дугин. Ну, почему мы это говорим, наверное, все вы знаете, потому что вчера в Москве произошло что-то с Дугиным и с его дочкой. Вот давайте по порядку сначала, кто такой Дугин. Я вам сейчас зачитаю его определение из базы данных «Миротворец». Это украинская база данных, которая собирает туда информацию о врагах Украины. Вот что там написано. Дугин – российский фашист, пропаганда российского русского фашизма и шовинизма, антиукраинский пропагандист, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, российский общественный деятель, философ, политолог, социолог, профессор, исполняющий обязанности заведующего с 8 по 14 год кафедрой социологии и международных отношений социологического факультета МГУ, лидер международного евразийского движения, политическая деятельность направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз. Идейно и материально поддерживает идею Новороссии, в частности, бойцов легиона Святого Иштвана, воюющих на стороне российско-террористических бандформирований. Дата рождения 07.01.62 года. Перед тем, как я вам скажу пару слов про Дугина, давайте послушаем, что про него говорила ныне покойная Валерия Новодворская, очень известная российская оппозиционерка. Давайте посмотрим. Александр Дугин? Ну, это прелестная рожа. Вы не думаете, что он фашист? Это прагматик, у него профессия просто такая. Он фашистом работает. Женя Дебянской, одной из основателей Демократического Союза. В один прекрасный день Александр Дугин подумал, что есть хороший способ прокормиться. И он объявил себя евразийцем, почитал литературку и явился на Запад. И стал разыгрывать роль евразийца и соратника Ле Пена. Думал, что его там накормят. Потому что Женя Дебянская точно тогда же стала разыгрывать роль лесбиянки, в надежде на то, что ее покормит сначала итальянская, есть у них такая прелестная партия, которая тоже занимается правами меньшинств, или либертарианцы. Те накормили, да, они были потрясены, что в России есть такие передовые люди, как лесбиянки, и долгое время кормили. Но Дугин не получил ожидаемого корма, потому что Ле Пен был крайне шокирован таким сподвижником. Он все-таки европейский политик. Во-первых, Дугин не говорил ни на одном языке. Потом он был больше похож на совка, чем на евразийца. Но он нашел корм в других местах, в Генштабе. Он стал разыгрывать из себя фашиста и писать книжки для Генштаба, за что его кормят очень хорошо и по всем каналам пускают, как восстановителя русской идентичности.
При этом он ни во что не верит, а верит он только в бабло. Это его единственный бог. То, что Дугин фашист, это не просто, знаете, какое-то типа оскорбление, там, знаете, как сейчас, эти фашисты, те фашисты. То есть про него есть статьи в разных изданиях, где люди доказывают, люди с образованием доказывают, что его взгляды — это взгляды совершенно неофашистские. Поэтому как бы здесь все, ну, все складывается, и, в общем-то, этот его рашизм, который родился из переработанного фашизма, это все как бы было обоснова. Но на самом деле я за Дугиным наблюдаю достаточно давно и читал то, что пишут про него разные эксперты. Он абсолютно псевдонаучен. То есть, вы знаете, есть такая категория людей, которые умеют себе создавать имидж такого мыслителя, профессора. Вот у него же такая большая борода, он такой всегда задумчивый, он всегда такой, знаете, вот прямо вот, вот такой он. И, но абсолютно при этом говорит какие-то пафосные вещи, такие псевдонаучные, он набрался терминологии, он любит использовать редко употребляемые слова, но при этом суть содержания того, что он говорит, это просто абсолютная чушь. Просто вот, ну, это рассчитано как раз, да, вот на тот самый народ бурундук, который вот, когда человек говорит какими-то непонятными словами, он говорит, ну, что, раз профессор говорит, значит, знает, что говорит, как бы. Поэтому тут, ну, повторяю, что его считают реальные эксперты, реальные вот философы, люди, которые разбираются в этих темах, просто пафосным глупцом, который вот умеет создавать о себе такое впечатление. Ну, повторяю, для идеолога русской весны рашизма как, вот как раз идеальный персонаж. Глупый, но выглядящий так вот очень пафосно, очень как мудрый такой старец с большой седой бородой. Тем не менее, значит, я хочу вам прочитать некоторые его цитаты, чтобы вы лучше понимали этого персонажа. Украина, как государство, не имеет никакого геополитического смысла. У нее нет ни особенной культурной вести универсального значения, ни географической уникальности, ни этнической исключительности. Ну, просто вот он посчитал, что по его критериям это государство не может быть государством. Значит, его, значит, не должно быть. Ну и народа, соответственно, не должно быть. А теперь внимание. Украинцев нужно убивать, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Это я вам как профессор говорю. Об этом заявил после грузинской войны в сентябре 2008 года. Он был назначен профессором МГУ, директором Центра консервативных исследований при социологическом факультете. То есть, на секундочку, вот такой профессор, зав. Кафедры МГУ, вот он говорит о том, что украинцев надо убивать, убивать, убивать. Далее. Самые страшные гетто будут созданы для серфингистов. Вот это тут для меня загадка. Далее он говорит, вот это самое наглое, самое антиевразийское явление. Нет ничего более отвратительного, чем катание на с белозубой улыбкой на этой омерзительной доске. Знаете, вот помните тот анекдот, как говорят, будут бить евреев и велосипедистов. А потом, типа, а велосипедистов-то за что? Вот, а он все-таки решил серфингистов бить. И у него есть объяснение за что. Потому что это отвратительно кататься на волнах с белозубой улыбкой. Кстати, у него есть это длинное видео, поэтому эту цитату вам не буду говорить, где он на полном серьезе говорит, что русский народ должен собраться в какой-то охерительный хоровод там на тысячи километров, то есть стать в круг и ходить по кругу. Взять с собой палатки, еду, отдыхать, потом опять ходить по кругу. Почему? Потому что это и есть сакральное движение России. Что, дескать, идти вперед к модернизации, это глупо, потому что мы же не знаем, что там впереди. Зачем туда идти? А вот водить хоровод вокруг страны, это как раз то, что должны делать русские, по мнению Дугина. И вот также он говорит, его цитата. «Менеджер Ленин вызывает уважение. Предельно волевой до паранойи был деятель. Но с точки зрения философии, это, конечно, была анекдотичная личность». То есть, ну, само по себе высказывание где-то шизофреническое немножко. И далее вот просто изюминка на торт, вишенка на торт. «Противников путинского курса больше нет. А если и есть, то это психически больные. И их нужно отправить на диспансеризацию. Путин везде. Путин все. Путин абсолютен. Путин незаменим». То есть, ну, это уже, знаете, такой манифест новой религии. Путин везде, Путин все, Путин абсолютен, Путин незаменим. И противников Путина нет, это только психически больные люди, считает фашист Дугин.
Но здесь надо понимать, что и дочь его, в общем-то, недалеко от него ушла. Давайте посмотрим наше фото, где они вместе, и чтобы вы имели представление об этой парочке. Вот это Дугин со своей дочкой. И как раз эта фотка сделана за пару часов до того, как была взорвана их машина. Они вот на этом фестивале, какой-то там фестиваль патриотическо-этнический, что-то такое. Там, видите, он даже в какой-то рубашке тоже, хотя непонятно, у русских вообще косоворотки были. Это, не знаю, это русская рубашка или не русская. Что-то, а у нее там вообще какая-то, ну, типа форма хаки. А, ну да, это русская одежда. Да. Так вот, кто такая его дочь? Значит, дочь Дарья, в общем-то, как и ее фашист-папаша, в общем-то, она абсолютно такая же, просто еще более глупая. Давайте посмотрим кусочек, отрывок из ее ток-шоу. А она была постоянным гостем на разных федеральных каналах, на разных ток-шоу. Давайте посмотрим отрывок из ее передачи. Азовсталь и те нацисты, которые там сидят, это смерть. И то, что сейчас происходит, это отвоевание. Русские пытаются отвоевать у смерти вот этих вот мирных жителей. Жизнь. Необходимо введение идеологии. Сейчас битва – это не просто битва одного оружия с другим оружием. Сейчас это битва идей, битва двух цивилизаций, битва двух, на самом деле, мировоззрений. Но наша идея – это свобода. Во всех смыслах. Свобода вероисповедания, свобода языка. У нас страна одна из самых свободных в этом плане. С одной стороны, да, мы свободны, мы начали эту операцию очень деликатно и аккуратно, но, возможно, иногда нужно быть чуть более жестким и чуть меньше прощать, потому что те преступления, которые совершали эти люди, которые прощать за преступления вообще нельзя. Да, безусловно. И их на самом деле здесь нужны просто создание собственных трибуналов. Мариупольский трибунал, Донецкий трибунал. В каждом городе, подобно Гаге, должен быть создан трибунал, который будет расследовать преступления вот этих не людей, а это уже не люди. И здесь, конечно, нужна идеологическая работа, и нам нужно всерьез понять, в чем состояла их идеология, а это идеология смерти, и в чем состоит наша идеология. Это тоже, на самом деле, вызов и самим нам. Ну, и, если честно, я про нее не знал. Вот до того, что произошло на эти выходные, я просто не знал про ее существование, потому что, ну, я сейчас посмотрел некоторые ее передачи, нарезочку, серая, недалекая, говорящая с шаблонами. Ну, вот, ну, папа ее пристроил, она ходила на эти соловьиные ток-шоу, а мы знаем еще за расследование российских журналистов, что одно участие в таком ток-шоу стоит примерно 20 тысяч рублей, платят гостю. То есть, ну, вот 10 раз в месяц где-то там вышло, что-то какой-то бред сказала, вот 200 тысяч заработала, можно уже как-то, ну, что-то на жизнь хватает. Ну, и плюс там она какие-то вот эти вот, она сейчас ездила регулярно туда, на Донбасс, что-то там, короче, сидит на этой теме очень плотно, военной пропаганды, как ее папа, и то есть, фактически, это люди, которые, есть большой их вклад в том, что эта война идет. Не решающий вклад, никакой он не главный идеолог Путина, как его называют. Я думаю, что он с Путиным, если и встречался когда-то, то это были какие-то разовые встречи много лет назад. То есть это где-то там, не знаю, третий, четвертый эшелон этой пропаганды. То есть это не топ, это не какие-то там супер эти миллиардеры, как там Соловьевы и прочие всякие твари. Поэтому, как бы, повторяю, если Дугин хотя бы умеет, у него есть такие, знаете, актерские качества, он умеет из себя изобразить умного. У нее даже не получается изобразить из себя умную, поэтому как бы вот такой персонаж. Но что случилось? Что же произошло интересного? Когда они ехали с этого фестиваля этнического, кто называется там, семья или что-то такое, это где-то в Подмосковье, короче, она вела автомобиль, и произошел взрыв. Под днищем этого Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв. После этого внедорожник загорелся весь и съехал с дороги и влетел в какую-то постройку. Значит, до этого на этом фестивале этническим машина стояла на какой-то большой общей парковке. На сам фестиваль вход был, там металлодетектор и все такое, но машина осталась где-то на парковке, и, видимо, в этот момент она была там заминирована. Сам Дугин машину не водит, она обычно его возила дочка, то есть они, по идее, должны были ехать вместе, но он по какой-то причине сел в машину к своим друзьям и поехал сзади нее. И это, кстати, интересный момент, чуть дальше я вам скажу по этому поводу пару слов. Он оказался на месте гибели дочки сразу, то есть машина его ехала буквально где-то сзади, и он ехал следом за ней, и вот как он, у нас есть коротенькое видео, как он увидел, когда эту горящую машину. Давайте посмотрим. Здесь
совершенно для меня, по крайней мере, очевидно, что цель этого убийства была информационная, потому что практической цели, ну, знаете, как устраняют человека, от которого есть какая-то, он источник какой-то практической проблемы. Повторяю, тут это Дарья вообще ноль абсолютно, то есть такого пропагандиста можно найти на любой помойке и вот, пожалуйста, вперед. Дугин, да, он чуть более раскручен, но тоже его эффект, он, то есть, ну, в миллион раз меньше, чем от Симонян, от этих там Толстого, Соловьева, Киселева и так далее. То есть это как бы, ну, гораздо-гораздо ниже, чтобы вот ради него устраивать теракт, и как его вот сейчас раздули после этого сразу, что это главный идеолог, это там прямо мозг Путина. Да, повторяю, что далеко нет, потому что если Путин делал все, как он говорит, потому что, например, Дугин, кстати, в 2014 году критиковал Путина за то, что тот не идет более жестко на Киев, что они остановили наступление и так далее. Поэтому никакой он не идеолог, он просто ноль. И поэтому то, что с ним произошло, это именно информационная повестка, кому-то надо было, чтобы об этом говорили. Вот какие есть версии, давайте разберем, кому это надо было и зачем. Первая версия, которая, ну вот как бы такая вот прямо на поверхности, что это сделала Украина, что это сделали спецслужбы Украины. Эта версия многим пришла в голову. Скажу честно, вот в первые мгновения, когда я это увидел, ну, думаю, о, наверное, там сработали какие-то спецслужбисты Украины. Почему я эту версию чуть позже отбросил? Потому что прошло менее суток, буквально, ну вот под вечер вчера их взорвали, а сегодня днем они говорят о том, что уже дело раскрыто, что все расследовано, как бы вопрос закрыт. Следственный комитет России раскрыл это дело уже полностью. Уже есть обвиняемые, уже есть состав преступления, уже все, уже материалы все, видеодоказательства, все собрано, все раскрыто. И знаете, тут я даже не потому отбросил эту версию украинскую, не потому, что Следственный комитет всегда врет, как вообще все официальные российские эти вот, то есть если то, что они говорят, это как бы сразу надо смотреть противоположное. А просто потому, что они никогда в жизни так не работали с такой скоростью. Они не могут так работать, они не умеют так работать. Притом, знаете, если бы это убили там Шойгу, я мог бы поверить, что Путин там приказал, и тысяча следователей сели и начали одновременно работать. Но из-за какого-то сраного Дугина вместе с его дочкой, то есть устраивать такое расследование и так вот раскрывать это за сутки, это просто невозможно. Поэтому я это... А там подготовлено все до деталей. То есть... Как будто, знаете, расследовали полгода и все прямо по полочкам четко разложили. И вот один из сайтов, собирающих данных про украинских силовиков, опубликовал удостоверение и фото Натальи Павловны Шабан 1979 года рождения. Естественно, военнослужащий полка Азов. Вот по мнению российского следствия, это она убила. Давайте посмотрим наше фото номер 2, где она показана. Сейчас, секундочку, я гляну, чтобы не накапливались ваши вопросы. Пишет человек: Андрей, безусловно, это не поддерживаю, но мне очень жаль, что погибла дочь, пусть даже никчемная, такого гнилого человека, как Дугин. Сейчас многие словно сошли с ума от вкуса возмездия. Что вы об этом думаете? Во-первых, я думаю, что она солдат. Она погибла на войне. Да, она не солдат, который сидит в окопе и стреляет. Она... призывает к этой войне, она призывает вместе с своим папашей убивать украинцев. Она ездит на Донбасс и агитирует солдат там воевать. Она вот была в этом лагере военнопленных, притом считаю, что она один из организаторов вот этого убийства пленных азовцев. Поэтому она солдат, она погибла на войне. На войне солдаты гибнут, знаете ли. Поэтому как бы за что боролась, на то и напоролась. Мне жалко, когда мирные люди гибнут, ни в чем не повинные. То да, жалко, вот если бы человек ни в чем не виновный погиб, это неправильно, так не должно быть. Но когда солдат гибнет на войне, о которой он мечтал, о которой он призывал долгие годы, так, ну, как бы пришел к тому, к чему хотел прийти. Поэтому мне ее не жалко. Есть мнение, что Дугины активно принимали участие в денежных потоках в ДНР и не поделили денежки с Чепушильным. Скорее всего, так и было. И грохнуть должны были обоих, и папашу, и дочь. Это тоже версия, которая... Ну, давайте дойдем до
поговорим чуть дальше. Так вот, что по этому поводу говорит ФСБ? Вот что они выложили в своем моментально готовом расследовании. Исполнительница, гражданка Украины Наталья Вовк, которая в девичестве была Шабан, 1979 года рождения. В Россию Вовк прибыла 23 июля вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан. До организации убийства Вовк с дочерью арендовали квартиру в доме, где жила Дугина. За будущей жертвой преступники, как считают ФСБ, следили с помощью машины мини-купер. В Россию злоумышленники въехали с номерами ДНР, даже говорится, какой номер. В Москве использовали казахстанские номера, тоже написан номер, а при выезде украинские номера и тоже написан номер. Советник офиса президента, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому убийству. Цитата: «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, каким является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство». По его словам, Россия уже начинает внутренне разваливаться, и различные политические группировки начинают битву и хотят получить определенные места для того, чтобы позже претендовать на другую власть в России. Повторяю, здесь есть очень много вопросов к этой версии. Я вам сейчас покажу, окей, раз мы рассматриваем, честно покажем, что нам показало ФСБ. Они выложили видео, в котором есть эта Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной. Давайте посмотрим это видео. Так, открывайте капот, бардачок, все открывайте. Вещи выгружайте из багажника. Столик освободился. Открывайте, открывайте. Двери все тоже должны быть открыты. Очередь одна для всех. Так, здесь сиденье тоже отодвиньте, пожалуйста. К этой стройной, прекрасной версии, придуманной ФСБ, есть несколько вопросов. Начнем с того, что каким образом под своей собственной фамилией, как они утверждают, занесенная в все российские реестры, ФСБ, там, короче, все, какие только можно, как член полка Азов, она в таком виде числится во всех реестрах России. Это Вовк Шабанова въехала на территорию России на автомобиле с номерами ДНР. Под своей фамилией, то есть, типа, это украинские спецслужбы, они не могли сделать какой-то паспорт там поддельный или еще что-то. Она под своей фамилией, по которой ее знают, что она представитель Азова во время войны. Она въезжает в Россию нормально, как бы, а что?
ничего тут странного нету, да, как бы. То есть я знаю, наши молдаване сейчас, когда во время войны въезжают в Россию, которые вообще ни к чему не имеют отношения, сейчас более строго проверяют всех, пробивают по каким-то базам, а член полка Азов может спокойно въезжать под своим именем, и ничего тут такого, и ФСБ как бы из территории ДНР, где идет война. Ну, что, нормально, все азовцы ездят в Москву за покупками, да? Получается так, по этой логике. Потом второй вопрос. Как она, откуда она въехала? То есть она въехала с территории ДНР. Об этом говорит ФСБ. То есть, ну, на машине с ДНРовскими номерами. Это вообще у нее откуда? Допустим, в России она могла с поддельным ДНРовским номером ездить. Но откуда у нее документы и поддельные номера внутри так называемого ДНР? То есть почему бы не въехать было, как она уехала через Европу? То есть въехать туда как-то каким-то там поддельным... То есть, ну, настолько это как-то, знаете, как будто въехать с каким-то флагом. Ребята, обратите на меня внимание. Я странная какая-то. Потом еще один вопрос. Она снимала квартиру в доме, где жила эта Дарья Дугина. Я уже не говорю о том, что если это такой киллер-специалист из полка Азов, то что она светилась там на всех камерах в этом доме, что ее все там замечали. То есть, где логика? Какого хрена ей было ехать за этой Дугиной туда, в какой-то этот... Подмосковье, там минировать машину на площадке, где было скопление людей, где могли быть камеры. Кстати, те камеры почему-то за 2 недели перестали работать. Но это мы поговорим об этом дальше, в следующей версии. То есть делать все это, когда можно было просто около дома заминировать ее машину, и спокойно, когда она там в Москве заезжает за Дугиным, в этот момент нажать, и все, как бы и никуда тащиться в какое-то село, неизвестно зачем и как, не надо. Потому что, ну, представляете, вот выезжает это... Дарья Дугина садится в свою машину, куда-то уезжает, и это едет за ней туда, в это село, чтобы... А будет там Дугин? Не будет. Ну, я вопросы задаю. Я как бы пока ничего не утверждаю. Ну и, конечно, то, что моментально объявила ФСБ, что она сама с Азова, и ее брат с Азова, и мать их тоже... Это я не прикалываюсь, это серьезно. Они объявили, что они все из полка Азов. То есть, ну... Визитка Ярыша, помните, когда там были какие-то на юге Украины теракты еще в 2014 году, и везде находили визитки Ярыша. То есть, типа, чтобы, ну, как бы, чтобы доказать, что это же делают националисты. А что делают националисты, когда делают теракт? Конечно, они теряют визитку Ярыша, представителя правого сектора. Как бы, ну, вот совсем как-то что-то удивительно. Давайте перейдем к следующей версии. Есть версия, что это сделала российская оппозиция, российские партизаны. Я вам сейчас хочу процитировать. Это жена Невзорова, Лидия Невзорова, говорит вот цитата. «Что касается того, кто это сделал, думаю, это даже не украинцы и не партизаны. Это сделали свои одураченные пропагандой русские солдаты, побывавшие в Украине. Это сделал кто-то, кто пережил весь этот напрасный ад, своими глазами убедился в том, что фашисты и нацисты на самом деле находятся не в Украине, а в России. Не секрет, что те немногие, кому повезло вернуться с войны, привозят с собой оружие и взрывчатку. Так что, думаю, это не последний теракт. Скорее всего, по всей России прогремят взрывы возмездия. Нас ожидает богатая на трупы русских фашистов осень», написала Невзорова. Ну, то есть она как говорит, что не партизаны, но по сути получается, что партизаны, потому что солдат, который ушел с войны и делает что-то против тех, кто его натравливал на эту войну, то есть, ну, партизан, не партизан, короче, кто-то из России. И вот появилась сегодня информация, что ответственность за убийство Дарьи Дугиной взяла на себя Национальная республиканская армия. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Это российское какое-то оппозиционное подразделение. Он заявил, что подрыв ее машины в Подмосковье – это партизанская акция, целью которой является сопротивление кремлевскому режиму. Смотрим 7-е видео. Нам вышли люди, сказали, что вот мы занимаемся партизанской борьбой. По каким-то из акций, которые проводились на территории России, они смогли доказать, что это именно их акции. Потому что очевидно, что какое-то количество акций, оно снизу. И мы знаем по сообщениям прессы, что есть там боевая организация анархо-коммунистов, есть ультраправые, но вот есть какое-то количество людей, которые вот, значит, это вот эти вот самые новые партизаны. И вот вчера нам пришло сообщение уже вот с этим манифестом, который мы сегодня озвучили, и было сказано: следите за новостями.
мы следили, и действительно где-то в 10 часов нам пришло сообщение о том, что это произошло. Сначала пришло сообщение, что погиб Дугин с дочерью, а потом стало понятно, что сам Дугин не погиб, что люди, которые шляли эту акцию, они видели, что в машине два человека, до сих пор почему-то российские власти не признают потерю еще второго человека, который был вместе с Дарьей. То есть я так понимаю, что основной целью все-таки был Александр Гилевич Дугин? Нет, то, что они нам говорили изначально, что это будет Дарья и Александр Дугин. Ага. То есть они нам говорили, что это будет два человека. И я так понимаю, что все-таки в этом была задумка, потому что Дугин был мозг, а Дарья была руки. Ну а Дугин, понятно, это идеолог фашизма, это человек, который вообще ввел этот термин «Новороссия» в российский политический лексикон. Давайте разберем третью версию о том, что это сделали российские спецслужбы. И опять-таки у меня нет тут никаких, как во всех предыдущих версиях, реальных доказательств, но есть некоторые рассуждения. Плюс есть, вот сегодня появился известный оппозиционный российский канал «Генерал СВР», который, ну, вроде как публикует инсайды из службы внешней разведки. Вроде как там, ну, претендует на то, что он генерал спецслужбы, просто анонимно что-то выкладывает. И вот он выложил такую информацию о том, что якобы Дугин сам попросил убрать его дочку. Почему? Потому что, ну, он им мотивировал, что, дескать, вот цитата, он, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть, он никчемный человек. То есть, типа, ну, это для них, а как бы на самом деле у него там могла быть другая мотивация, связанная с финансами, что-то они там, потому что через них прошли большие бабки, которые шли на Донецк, они там аккумулировали, очень серьезный там речь шла, и, возможно, что-то дочка его либо где-то прокололась, либо еще что-то. Короче, ему это по каким-то причинам было нужно. Это ссылка. Ну, я в эту версию не очень верю, потому что, ну, как-то слишком, они работали слишком в хорошем тандеме, чтобы он ее так легко слил. Поэтому вот именно то, что это говорит генерал СВР, я в это не верю. Но есть другие вещи. Дело в том, что это могли сделать без ведома Дугина. Почему? Почему это было бы выгодно, например, Путину? Это классика работы спецслужб, им нужна сакральная жертва. Кстати, да, я когда-то, то есть, собственно, и диссертацию, я думаю, писать, у меня сейчас немножко забуксовала эта тема по цветным революциям, я изучал эту тему очень досконально. В цветной революции почти всегда нужна сакральная жертва. Например, в Египте убили какого-то студента, в Тунисе человек сжег сам себя из-за того, что его там избили солдаты, и в обоих случаях началась революция. То есть для того, чтобы произвести какие-то массовые мобилизации, канализацию массовой эмоции людей, нужна сакральная жертва. Вот сейчас в России не получается мобилизовать общество. Русские как бы пока по телевизору смотрят, они говорят, да, правильно, окей, мочи хохлов, мы их ненавидим, все окей. Но когда им говорит Путин, ребята, ну, придите, помогите нас. Видите, там в Украине прошла мобилизация, там уже под миллион человек в армии, у нас там несколько сот тысяч, нам не хватает. Как бы в ДНРах, ЛНРах там они сгребли всех, кого могли, набрали там еще пару сотен тысяч, но надо больше. И глубинный народ не хочет идти на войну. Более того, те, кто пришел, увидели, понюхали первый порох, бегут обратно домой, говорят, больше не хотим. И тут нужно что-то. И вот как вы, ну, просто прекрасный вариант, как ее сами называли, тот же, например, Пушилин назвал ее «настоящая русская девушка». Дугин сегодня написал пост о том, что православная, русская, настоящая. Ну, тут прямо белокурая бестия, блондинка. То есть, ну, прямо вот ехала с народного этнического фестиваля, и вот ее убили нацисты. Как бы это, ФСБ такие темы очень любит. Вспомните распятого мальчика. Те, кто из Молдовы, помнит девушку, убитую на ступеньках парламента, как тут у нас некоторые ФСБшные товарищи качали эту тему. Так что для мобилизации общества это как раз очень такой неплохой вариант. При том, что в России-то как раз их знают. Потому что украинцы им убивать их... Кто это вообще или кто эти люди? Дочку его даже я не знал. Дугина я знал хорошо, как бы следил за его творчеством. Поэтому так себе вариант, что это Украина. Но вот первый пункт — мобилизация общества. Второе. Во внутриполитическом... ключе, то есть для того, что происходит внутри России, убийство этой пропагандистки Дугиной выгодно Путину сразу по нескольким мотивам. Это привлечение идейных россиян к тому, что, смотрите,
Это же вот мы же вам говорили, что украинцы хотят уничтожить нас как нацию. Смотрите, они начали с самых лучших. Наша молодежь, прекрасная наша девушка. Дальше будет больше, они будут нас уничтожать. Поэтому давайте быстренько все идем на войну. Мы должны этому сопротивляться. Потом второй тезис. Украина государство-террорист. Сейчас в Конгрессе США лежит на изучении постановление признания России государством-террористом. Несколько европейских стран уже признали Россию государством-террористом. То есть это статус очень опасный для страны. И они хотят сейчас перевести стрелки. А смотрите, с кем мы воюем, а украинцы сами такие. Вот смотрите, прямо теракт устроили. То есть они, это перевод стрелок, как раз то, что им очень сильно сейчас нужно. Плюс это отвлекает россиян на какое-то время. Сейчас говорят там во всех новостях, в ток-шоу про этот теракт. Отвлекает от том, что война, которая типа спецоперация, она вообще-то буксует. Ничего не получается, ничего не происходит. Плюс это отвлекает от мирового сообщества, от судилища, которое хотят устроить в Мариуполе над бойцами Азова. Типа, смотрите, а вот азовцы-то убили, как бы, вот, потому что как, если это убрало ее ФСБ и тут же моментально вывалило все материалы, а вот мы нашли убийцу, смотрите, как быстро, мы молодцы, у нас все вот, вот с камер, вот с этих камер, вот она заехала здесь, вот она и камеры на парковке, где произошло минирование, кто-то, то есть камеры на каком-то объекте, где проходят мероприятия, где ставят эти вот рамки металлические, то есть охраняемый объект, почему-то не работали 2 недели. Что, это могла выключить эта девушка с надутыми губами, которая якобы из Азова? Она это сделала сама или это сделала все-таки ФСБ? Интересный такой момент. Ну и здесь надо понимать, что то, о чем я говорил раньше, что ни Дугин, ни его дочь не были по-настоящему какими-то сильно влиятельными в Кремле людьми. То есть вы не найдете где-то, может быть, найдете случайно какую-то одну фотографию там Дугин с Путиным, хотя я, по-моему, я такого не видел. Поэтому, а дочь его тем более, там, мелкая просто сошка, поэтому ради них устраивать какой-то сложный теракт. Здесь самый интересный вопрос, кто все-таки эта девушка с губами, это как ее, которая типа их убила, которую ФСБ типа разоблачила моментально. То есть вот надо просто понять, кто она такая, что она там делала. И я не исключаю вариант, что она действительно была какая-то там, крутила что-то вокруг Азова, а может быть была специально внедрена в этот полк, потом через ДНР получила задание, поехала, потому что въехала она через ДНР под своим именем, никто ее не тронул, никто ее не остановил, никаких у нее проблем не было. И вот так вот все это дело сложилось. Поэтому тут, ну, история такая, знаете, как раз в стиле, посмотрите, я рекомендую фильм «ФСБ взрывает Россию». То есть как раз они, у своих убивать, они, у них это получается гораздо лучше. И как раз они знают, как это делать, как правильно делать, и для того, чтобы это потом использовать в каких-то своих интересах. Ну и последняя тема, которую я сегодня хочу затронуть после этих дугинцев. Появилась сегодня информация, что телевизионная пропаганда России дает все больше трещин, она перестает работать. Согласно данным российского издания Moscow Times, с начала войны в Украине охваты телеканалов рухнули в среднем на четверть. Аудитория предпочла интернет телевизионным экраном, чтобы найти альтернативные источники информации. Так, первый канал до начала войны смотрели 33%, почти 34%, 33,7% россиян, а в июле 25,5%. «Россию-1» смотрят всего 23% вместо 31%, как было раньше. А НТВ охват упал с 21% до 16%. При этом очень выросла аудитория телеграм-каналов. То есть, ну, здесь надо понимать, что почему это произошло. Да, летом всегда немножко падает аудитория, но не так обвально. Дело в том, что в России сначала, как они называются, специальной военной операции, сначала вторжения в Украину, войны, они полностью отказались от развлекательного контента. Были закрыты почти все развлекательные программы. С утра до ночи там идут либо какие-то военно-патриотические фильмы, либо вот эти вот всякие ток-шоу, где вот собираются эти черти и начинают там, что надо ядерную бомбу сюда, надо ядерную бомбу туда, надо всех убить, всех взорвать. То есть какой бы человек ни был ублюдок, вот глядя такое ток-шоу, который как бы радовался, значит, да-да, убейте их всех, правильно, все-таки человеческий мозг так устроен, что он не может быть в бесконечном непрерывном напряжении, непрерывно ждать кого-то уничтожить, кого-то убить, кого-то разорвать. То есть это, если он не совсем уже Чикатило какой-то, то есть в какой-то момент у него ставят, да пошли вы все, пойду там это вот посмотрю в интернете какой-то сериальчик там,
комедию какую-то, что-то еще. То есть мозг не выдерживает этого непрерывного стресса, этого войны, убийства, все. Поэтому народ потихоньку от этого отходит. Для Путина это, конечно, очень тревожный звонок, потому что, ну, во-первых, я думаю, что эти данные опубликованы сильно занижены. В реальности ситуация еще хуже. Молодежь вообще не смотрит телевизор в принципе абсолютно. Но проблема для Путина, что уходит от телевизора его ядерный электорат. То есть тот, который на нем держится власть Путина. Вот это для него очень тревожно, потому что часть из них станут просто аполитичными. Как были в конце Советского Союза люди, которые... Пофиг, политика. Не хочу политику. Меня это не интересует. А другая часть начнет рыться в интернете и дороется до того, что поймет, что да блин, да что-то происходит. Что за война? Почему мы воюем, результата нету, а у нас куча проблем. И вот уже и Крым бомбят. То есть мы как бы начали войну ради защиты Донбасса, а сейчас уже и Крым не можем защитить. И там уже и в Белгородской области что-то происходит. То есть начну задавать вопросы. Вот эти самые его, которые любители Путина. Молодежь давно ушла с этих каналов и давно их не смотрит. Поэтому как бы там совсем все плохо с молодежью. Но пока их держит старшее поколение. Но если начнется качаться, мы помним, что на самом деле в 90-е, в начале 90-х студенты были очень активной прослойкой, которые участвовали во всех митингах. А потом подтянутся и рабочие, которые тоже им не понравится, что происходит с заводов, которые останавливаются сегодня. Так что ждет Путина много чего интересного. Ну, а мы с вами будем за этим наблюдать. Сейчас еще два вопроса от вас тут есть. Наши лабораторные мыши, лабораторные мыши заминировали. Да, может быть. Возможно, ключ к разгадке имеется в том, что в последний момент Дугин не поехал с дочерью. Так я об этом и говорю. Ну, смотрите, какие совпадения, сколько совпадений. Он почему-то, хотя он всегда ездил с ней, он не поехал с ней, сел в какую-то другую чужую машину, при том, что ехал сразу за ней. Отключили камеры на этой парковке, где была заминирована, заранее, за несколько недель. Въехала эта типа террористка, которая вообще непонятно на кто въехала под своим именем, при том, что она с июля в базе там вот публикуют на каком-то сайте российском, где все эти вот украинские военные, она есть как боец Азова под своим именем. Ее впускают, как ни в чем не бывало. Что-то тут совпадение. Ну, знаете, как вот у них, у российских спецслужб особенность, что они вот что бы ни сделали, они как-то делают через задницу. Вот как было с Навальным, как было с Скрипалями, как было с Литвиненко, как было с этим, как его, Яндарбиевым, или которого в Катаре они взорвали, и потом там в Гратаре жарили эту пульт управления от бомбы. И он не сгорел, естественно, и катарские спецслужбы его нашли. То есть они все время как-то делают через задницу. Поэтому я не удивлюсь, что вот они в торопях. Так, все, мы взорвали. Так, через сутки выкладывай всю информацию, которую мы приготовили заранее. Они все это выложили. Ну, вопрос возникает. Ребята, вы что, так умеете? Вот так вы за сутки все раскрыли, да? И столько при этом всяких совпадений, да? Вот так прямо. Но мы же должны понимать, что это делается больше для внутреннего электората. Они понимают, что мы-то можем все это увидеть. В России те, кто смотрит эти федеральные каналы, они, ну да, все сходится, все нормально, все правильно. Конечно, это СБУ сделало. При том, что СБУ вообще, в принципе, в России не работает, там работает другая служба. Но как бы вот так. Ладно. Все, друзья, на этом я хочу сегодня закончить наш лайв. Завтра, как обычно, в обычное время, если все будет хорошо, с вами встречаемся. Ваши лайки, обязательно репосты. И кто хочет поддержать наш канал, кому нравится то, что мы делаем, QR-код, наводите телефончик, камеру, переходите, становитесь нашим патроном. Кто не умеет или не хочет пользоваться Патреоном, ссылка на PayPal есть в описании к видео. Тоже можете сделать нам пожертвование, будем вам благодарны. Спасибо, что были с нами. Всего доброго, пока. We'll be right back.